Здравствуйте, меня зовут Валерий Иванов. Я продолжаю серию видео об криптовалюте Tron, открытии кошельков, конвертации и переводе с Binance. Заходим в Play Market, выбираем Tron Wallet. Только на этот раз выберем именно Tron Wallet, а не Tron Link, самый верхний. Нажимаем «Установить», ждем скачивания. Открываем. Я прочитал и согласен. Продолжить. Создать кошелек. Проверка безопасности. Введите новый пин-код. Запомните пин-код, который вы вводите. Шестизначный. Повторяем пин-код. Дальше перед нами открывается мнемоническая фраза, которую нужно обязательно будет записать, скопировать и где-нибудь сохранить. Она нужна будет для восстановления кошелька, либо для открытия кошелька на новом устройстве, если вдруг вы потеряете телефон или что-нибудь случится с вашей операционной системой. Вот здесь справа маленькая кнопочка «Копировать». Нажимаем на нее и видим, что наша мнемоническая фраза скопирована в буфер обмена. Нажимаем кнопку «Мною записано». Теперь нужно будет эту фразу ввести, причем строго в том порядке, в котором она была у вас на предыдущем экране. Поэтому воспользуйтесь либо вашей записью, положите и воспроизведите, либо посмотрите на ту страничку, где вы скопировали. Проверить. Я ввел слова в том порядке, в котором они были на предыдущем экране. Предупреждение системы безопасности. Да, я все сделал правильно. Прочтите внимательно, что здесь написано. Предупреждение системы безопасности. Ваша фраза восстановления или закрытый ключ дают прямой доступ к вашей учетной записи. Никогда и никому не передавайте эту информацию другим. И еще раз, видите, никогда крупным шрифтом. Согласен. Вот мы вошли в наш кошелек. Экскурсию по кошельку я делать сейчас не планирую. Моя главная задача была показать вам, как кошелек открыть и как пополнить его с Binance, имея на балансе Binance биткоины. Вот здесь справа наверху опять значок «Копировать наш кошелек». Нажимаем «Скопирован буфер обмена кошелек». Теперь идем в наш кошелек Binance. Я все решил сделать на телефоне сейчас, не на компьютере. Вот я сейчас нахожусь в своем кошельке Binance. Дальше выбираем вкладку «Сделки». Внизу, посередине кнопочка такая «Сделки». Дальше наверху слева «Конвертация». Нажимаем. И здесь теперь выбираем, что мы хотим обменять. Я хочу обменять свои биткоины. Вот он посчитал. И опять нажимаю желто-оранжевое слово «Макс». И весь баланс биткоинов у меня встает в поле биткоинов. Дальше здесь справа вместо «Dash» я выбираю «TRX». Вот он считает, посчитал. Получается 1159 тронов я могу купить. Нажимаю «Далее». Один трон у меня будет комиссия. 1158 я получу. Подтвердить. Обработка. Ждем процесс конвертации. Успешно конвертировано. Назад. Теперь мне нужно перевести мои троны на кошелек. Помним, да, что кошелек находится у меня в буфере обмена сейчас. Нажимаем на кошелек справа внизу. Вывод средств. Криптовалюты. Выбираем наш трон. Адрес. Вставляем в поле адрес. Выбираю опять макс желто-оранжевый, то есть максимальное количество. 1158 у меня получилось. 1157 я получу. И нажимаю кнопку вывод. Проверяем еще раз информацию. И нажимаем кнопку подтвердить. Теперь нужно пройти верификацию мобильную, верификацию email и верификацию Google аутентификацию. Для того, чтобы пройти мобильную верификацию, нажимаем кнопку справа «Отправить код». Успешно. Ждем, когда на мой телефон придет смс с кодом. Код пришел, отлично. Нажимаем «Отправить код на почту». Пока я ввожу код с телефона, мне придет письмо на почту. И в нижнее поле вводим код гугловской двухфакторной аутентификации. И нажимаем «Отправить». Все три кода я ввел. Успешно. Все три кода я ввел правильно. Кошелек тоже ввел правильно.
Запрос на вывод средств отправлен. Теперь давайте проверим кошелек Tron Wallet. Видите пин-код? Смотрим баланс. Пока не пришли, по опыту это занимает примерно 3-5 минут. Вот я еще раз обновил страничку. Посмотрите, у меня появилось 1157 моих тронов. Именно та сумма, которую я отправил с Binance только что. Вот так вот просто можно обменять биткоины на Binance и перевести. Сколько прошло времени? Вот 2 минуты всего прошло. За 2 минуты перевести ваши троны на кошелек Tron Wallet. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы прямо под этим видео. Я постараюсь максимально быстро на них ответить. Всего хорошего и обильных вам денежных потоков.